Сегодня мы поговорим об одном сайте, а точнее про Modis Gaming. Там есть раздел BMG Drive, да, а именно муды про автомобили. Но на этой неделе сайт окончательно шизанулся. Но как он вообще шизанулся? И когда это произошло? Об этом мы сегодня поговорим. С вами Макс, и погнали! В далеком-далеком 2013 году появился раздел BMG Drive на сайте Modis Gaming. Ну а бимка появилась 3 августа 2013 года. И в принципе на этом сайте стали показываться много модов. То качественные или нет. То хоть Audi. То хоть гольф-карт, хотя не понимаю, зачем он нужен тут. То хоть BMW E30, которая некачественно проработана. Да хоть Волга, у которого есть ускорение. Если нажать на E, конечно же. Да в этом сайте бывал модератор, который делал моды. Но в 2016 или в 2017 он ушел. И тогда один мододел, а именно 58 грамм, стал сам следить за сайтом. Но при новых версиях бимки он делал ужасные моды. А именно, вот такую вот BMW, семерку, хотя их бимки дофигище, и вот такой вот Mercedes. Но позже он создавал еще и другие моды, а потом неожиданно пропал. И тут и понеслась, и Modis Gaming стал сливать моды. Ну, точнее, приватные, конечно же. Но вместо модов стали появляться коробки. А какие именно коробочки? Видишь этот мод? По виду он как будто нормальный. А если посмотреть, сколько тут конфигураций, то тут копия стока. И что в итоге получится, если мы его заспавним? Та-дам! Прекрасно же ли это? Конечно же, это не прекрасно, потому что есть дофигища таких тролл-модов, а точнее рофл-модов, которые в виде коробки. И как же избежать коробки от Modis Gaming? Если так, то моды обычные весят примерно 5-6 или вообще 10 мегабайт. Ну точнее, мало весят. Ну а если про коробки, то они весят больше 10, даже 50 мегабайт. Например, мод на вот этот вот автомобиль. С виду тут ничего обычного, просто обычный мод. Описание короткое и так далее. Но самое интересное, сколько же весит этот мод? Весит он 125 мегабайт. Камон, какие 125? Тут даже конфигурации нету. И, как я уже сказал, что таких модов полным-полно. Но! Когда многие заметили эти коробки, стали все жаловаться. Даже мы, и даже я писал в комментариях в одной официальной их группе в ВК про BMG, что это коробки. И они сразу все это заметили. И они тупо удалили все. Я просто монтировал, коробки оставались. Но они увидели это и сразу же моды про коробки удалили. Вот и вся история. Сразу заметили и удалили. Но что я могу еще дальше добавить? Не все рофл моды удалили. Так что некоторые коробки остались. Так что внимательно смотрите вес. Если мод весит 136.6 мегабайт, это коробка, не ведитесь на это, пожалуйста. А так это все дело модератор. Так что либо надо в дурку. Дурка зовет тебя! Но точнее его заставило его же начальство. Вот так проходят шизоидные дни с сайтом Modis Gaming. Всем пока!